унесли 6 мешков, в которых было 55 миллионов рублей. Средь бела дня в Москве ограбили инкассаторов. Да как? Кадры напоминают сцену из блокбастера. У нас есть эксклюзивное видео того, как разворачивались события. Кадры прислали нам через приложение LifeCore. Итак, посмотрите, несколько человек выносят сумки с деньгами, сейчас на ваших экранах, вот оно, это видео, появляется, вот, судя по всему, броневик остановили с помощью то ли дымовой шашки, то ли какого-то взрывного устройства. Грабители выносят из горящей машины сумки с деньгами. Много вопросов сразу возникает из этого видео, почему задняя дверь оказалась открыта. Собственно, тут можно не исключать любые версии, то есть очень странное нападение в таком людном месте. Просят сотрудники инкассации, но вот сговор тоже не следует убирать из одной из версий. Все эти события развернулись на Вишневой улице, это северо-запад Москвы. Преступников сейчас разыскивают. Известно, что скрылись они на «Жигулях». Им удалось унести, как я уже говорила, несколько сумок с деньгами. Ну, грубо говоря, все, что в руки уместилось. Когда грабители сбежали, броневик продолжил гореть. Огонь потом перекинулся еще и на соседние машины. Ой, еще и рядом тачка вспыхнула.